Как установили сотрудники полиции, в торговом помещении продавали вино на разлив. Специальное разрешение, а также лицензия на право продажи спиртных напитков у 51-летней местной жительницы отсутствовали. Всего в торговом помещении было обнаружено и изъято 7 упаковок тетрапак объемом по 10 литров каждая. Продукцию конфисковали. В отношении директора магазина составлен административный протокол. И мы хотим предупредить всех предпринимателей соблюдать действующее законодательство и не нарушать установленные правила торговли.